Неделя показов кино российских немцев стартовала в Новосибирске. Сегодня зрители увидели первый фильм о жизни актеров, которые эмигрировали из Казахстана в Германию. Две родины или никакой родины, потому что как-то, в принципе, ну, это так же и у меня. 8 лет мне было, когда я переехал в Германию, я до сих пор там, я не немец. В России я, конечно, уже как-то больше немец, но, в принципе, это не страшно, зато я могу как-то брать лучшее из той культуры, из другой культуры, и, вот, и общаться и там, и там. За полтора часа авторы фильма показывают, как Мария и Петр Варкентин основали российско-немецкий театр в небольшом городе в Германии. Уже больше 20 лет эмигранты со сцены рассказывают истории соотечественников, которые уехали из России в 90-е годы. Сегодня в российско-немецком доме новосибирцы могли посмотреть фильм и обсудить его с автором. Завтра зрители увидят первые две части трилогии «Eins, zwei, drei» – историю о детской дружбе и любви. Завершит фестиваль фильм «Немец» 14 февраля. У меня и мама, и папа немцы. Мама с Поволжья, папа с Оренбурга. В общем смысле родина важна, и малая родина, и родина моих предков меня тоже интересует. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!